отмечена огромная зона. И, конечно же, в самом конце будет именно он. Я вот ставлю на это. И еще сейчас бы вторые данные найти. Было бы вообще отлично. Привет, народ. И снайпер Ghost Warrior 3 снова здесь. Мы его уже потихонечку заканчиваем. И вне записи я позволил себе кое-что сделать. А именно в скилле снайпера прокачать Marksman, чтобы я перезаряжал винтовку на 20% быстрее. И в Warrior Fast Hands, чтобы перезарядка остального оружия шла быстрее. Я не знаю, кстати, стакается ли это вместе. Но вот скилл снайпера именно для снайперских винтовок. Так, давайте я починю вот это дело. Теперь я починю вот здесь сайленсер. Стой. Так, починить. Ну, пистолет, наверное, не буду пока трогать. И... ну да, я думаю, этих патронов мне хватит. Итак, у нас с вами следующее задание. Нам, кстати, реально до финала снайпера немного осталось. Лабиринт следующее задание. Полетели. Или нет? А. Другой регион, значит, окей. Опять же, это не я справляю нужду, это уже в самой игре такое происходит. Да, я знаю, что я уже старею, я один раз уже так шутил в Sniper Ghost Warrior. Ну а чё делать-то? Ну чё делать-то? Почему бы и нет? Так, ну что, давайте смотреть, у нас тут гейм стартинг уже, и сейчас будет... Не знаю, кстати, что, видеоролик или... Походу, не видеоролик. А, Village у нас, ага. Так, я понял, давай лэптоп. Лабиринт. А, подожди, зачем мне лэптоп, если задание-то уже выбрано? Find the entrance to the maze. Так, найдите путь в лабиринт. Так. А давайте-ка я вот сюда сразу перемещусь. Так будет попроще. Так будет побыстрее хотя бы. Автомобиль у меня будет, я уверен в этом. Так что можно не переживать с этим делом. Вот, так что все будет нормально, я надеюсь. Итак, мы во втором регионе. Все, я понял. Так, полетели. А может и не быстрее, потому что, смотри-ка, опять 1200 метров. Слушайте, а если я как-нибудь посокращаю, нет? Не получится? Слушайте, походу не получится. Походу придется так и ехать. Ну ладно. Ну ладно. Сейчас проедем, что-нибудь придумаем. О, Казори Виллаж. Это, кстати, все равно... Да блин, твою мать, не лагай, пожалуйста. Это все равно нейтральная зона, поэтому... Ничего тут страшного не произойдет, если я спалюсь. Так, секунду. О, да... Это реально, походу, объезжать все дело придется. Ну, ничего страшного. В общем, я почему-то упустил немножечко момент, зачем мы едем в лабиринт. Во время... Последний раз мы допрашивали там одного чувака, да, по-моему? А, мы спасали инженеров последний раз, точно, я вспомнил. Да-да-да-да-да. Мы спасали последний раз инженеров, и... плюс еще был допрос одного майора, насколько мы помним. Вот, то есть, либо он дал инфу, либо... Нет, по инженерам, скорее всего, это было самое обычное задание. А вот по поводу уже лабиринта, это, скорее всего, тот майор инфу дал. Ну, в принципе, нормально. Давайте сейчас в этот лабиринт полезем. Я, кстати, посмотрел, там реально нам немного осталось снайпера проходить. Не знаю, вот, может быть, эта серия и следующая. Если я в этой серии много времени буду, как обычно это бывает... то тогда, я думаю, мы уже закончим на следующей части с вами. Ну, в принципе, снайпер, ну, такая игра, знаете. Я бы ей, ну, где-нибудь 7 из 10 поставил, наверное. Ну, симулятор снайпера, я не знаю, почему не интересен людям. Но, в принципе, да, то, что это составляющая Far Cry, это понятно, да. Потому что, ну, где мы видели уже с вами открытый мир, а вон посты все эти... Это Far Cry. То есть, единственное, что вот его отличает, тут обязательно... Ну, как обязательно? Одним из важных аспектов игры является игра со снайперской винтовкой. То есть, если от нас потребуют не триггерить тревогу, как мы сможем убить цель, например, понятное дело, с дальнего расстояния? Так что, такие дела. Так, вот лабиринт у нас здесь. И, знаете, да, сразу глушим мотор и погнали. Так, полетели.
Лабиринт. Найдите путь в лабиринт 23-го Содружества, или как там, Society, как это переводится, кстати. Содружество, по-моему, объединение. И опция, допросите офицера, чтобы получить информацию по поводу нахождения лабораторий этих 23 Society, 23S. Ага. Но это не офицер. Ну, один отошел от другого. Сейчас, если он подойдет поближе, я могу попробовать допросить его. Может, он, кстати, вообще сейчас отвернется. Ну, я не знаю. Я сейчас попробую его допросить. Хотя бы. А, его нельзя допросить. Не-не, его нельзя было допросить никак. Так, там не было кнопки Interrogate. Или, я не знаю, или это надо в полном стелсе делать, серьезно, ну, я не знаю. Кстати, вы заметили то, что воспоминания из детства, они уже не показываются у Джона? Все, он перестал думать о Роберте. Так, у нас там одинокий странник. Ну... Я думаю, это не офицер, понятное дело. Офицер, скорее всего, где-то сидит или спит. Ну, я не уверен, конечно. А вот с этим можно поговорить. Значит, в полном стелсе. Да я тебя не убью, не ссы, я оглушу просто. Итак, этот офицер находится вон там. Ну, погнали. На самом деле, я не против выполнить опцию, чтобы допросить этого офицера. Но мне будет не по себе, если тут еще сейчас будут соперники, говорю, противники. Так. Вон, еще две цели. Блин, теперь надо ждать, либо когда они договорят, либо убить их, либо проползти мимо них. Я уверен, то, что они сейчас как раз договорят, когда я вот уже отойду от них. Блин, слушайте, вы заколебали, давайте уже договаривайте и все. Without NATO babysitting them, Georgia wouldn't stand a fucking chance against us. Amen to that. Ага, они договорили и сейчас расходятся. Отлично. Так. Этого, наверное, допросим тогда, да? А с тем посмотрим, что будет. Он, потому что все равно в лагерь идет, походу. Как вот они меня не слышат, мне интересно. Start talking. Понятно, этот ничего не знает. Ну, я хотя бы очки в Гоусте заработал за это. Так, а тот у нас направляется к лагерю. Он еще там? А, мне показалось, он там еще кого-то нашел. Кстати, надо быть готовым стрелять, если что, потому что он может в любой момент обернуться. Не-не, все нормально. Talk or I break you. I've told you everything already. В смысле, они сказали... В смысле, я тебе сказал все, что знаю. Я допросил только одного, и он мне кое-что сказал. Это реально, конечно, бред, да. Кстати, у меня нет медикаментов, если что, по-моему. Ну-ка. Да, у меня этот, один адреналин всего лишь. И что мне с ним делать? Мне им обмазаться, что ли? Ладно, погнали. Если сейчас кто-то начнет меня палить, я, наверное, их не буду допрашивать и просто убью. Ну, серьезно, там, без вариантов, потому что. Так, я уже практически до лагеря до этого добрался, нормально. Самый настоящий стелс. Ой. Ну, там без вариантов было, забейте, короче. Итак, я
заново перепрошел этот лабиринт, потому что сейв был именно там, именно в начале. Поэтому да, пришлось перепройти его еще раз. Тем не менее, мне, кстати, еще медикаменты нужны, так что придется, да, полутать эти тела все. Ну, у них только предметы для трейда и все. Да, больше ничего нет. Ладно. Так, погнали. Нам надо к этому лагерю. Почему я двигаться не могу? Эй, вы что, охренели? Ну, плиз, ну, Джон, ну... Господи, что не так с этой игрой? Почему я не могу нормально по бревну этому идти? Смотри. Во, а вот теперь могу. Сначала меня как будто выкидывало с текстуры бревна этого. А теперь главное все нормально. Так, Джон, ты это... Слушай, я могу играть в эти игры долго, да, но... Может, ты все-таки зацепишься? Ну, блин, ты же вроде умеешь. О, отлично, так. Ну и вот мы уже у лагеря, кстати. Сейчас осталось подняться только. Блин, Джон не может цепляться во время движения, получается. Вау. Ну что? Вон этот офицер, значит. Я не знаю, есть тут еще кто-то или нет. Так. Ну, давайте допросим его. Если, конечно, тут сейчас нет никого еще. Так. Тихонько. Ясно. Блин. Там все-таки кто-то был. Фак. I have the target in my sights. Take him out. Минус. Try not to kill him on the spot. Yeah, keep that in mind. Ай, твою мать, это было... Знаете, насрать. Вот, мне реально насрать. Просто насрать уже. Зачем я только что послушал приказ «убей его нахер»? Пошел вон. И тут еще кто-то ходит. Все, больше никого тут нет. Ну и хорошо. Ну что, нам сюда походу. Так, я вырублю этот русский рэп. Не знаю, серьезно. Так. Ну что будем делать? Я так понимаю, дальше можно и самому, да, разобраться, куда идти. Ну, скорее всего. Ага. Скаут-мод, кстати, ничего не помечает здесь вообще. Ладно, погнали. Ну, Джон сказал то, что мы идем правильно, по крайней мере. Вон они, две цели эти. Ага. Не знаю, наверное, зря я последние патроны на снайперке трачу, но с другой стороны... Как-то, знаете, нет до этого дела даже. Пожалуй, я, да, оставлю эти патроны на будущее. Вот опять какие-то руины. То это, не то это... Ну, скорее всего, это то. Не знаю, надо было все-таки допросить этого придурка, ну ладно. Это что такое? Вау. А вот следы. Один солдат патрулирует. Ага. Патрулирует, ну... Да. Это оно? Вижу. Есть там один, да, патрулирует. Есть. Ну, это, видимо, он и был. Это его, походу, следы были.
что-то мне эта миссия не нравится. Не люблю я вот так долго бродить по всяким этим лабиринтам. У меня такое чувство, как будто я сейчас выйду обратно. Не? Не, серьезно. Я случайно не обратно ли вышел? Походу, да. Угу. Да. Или нет? Слушайте, не нравится мне эта миссия вообще. Вообще не нравится. Ладно, давайте я сейчас, короче, найду путь и подрублюсь обратно. Так, я нашел, куда надо было идти, походу. Вот здесь вот можно еще забраться будет. Если я правильно понял. Там потому что река была. И вот это место больше всего подходит под то описание. Да, да-да-да-да-да, это оно. Ну и хорошо. И я не знаю точно, но это, конечно, не оно. Нет, но ландшафт по миникарте реально похож. Да. Да-да-да, это оно. Странно, кстати, что тут нет патрулей. И у меня, кстати, нет запасного глушителя. Что самое интересное. Ладно, думаю, как-нибудь прокатит. Там, соответственно, тоже никого нету. А, нет, вот там вот есть. С скаут-модом даже не помечаются, лол. Ага. Еще немного и приказ бы, да, дали. Понятно. Ага. Все? А как же Killstreak 75? Че, серьезно? Слушайте, жалко, вот глушаков нету или еще чего-нибудь. Вот трейдинг гудс у вас есть, да. Примет для трейда. А вот то, чего реально нету. Патрона, два патрона для снайперки у меня есть. Вот вы себе это представляете, да? Два патрона для снайперки. И никак сейчас их мне не достать. Если, конечно, я случайно вражеского снайпера не найду, не убью. Так. Ну что, сейчас идем спасать этого, Сергея Флостова. Так. Ну, здесь должно быть какое-то помещение или еще что-то. Не? Так. Ага. Опять здесь, кстати, никого нет, смотри-ка. Вообще никого нет. У меня, кстати, выносливость уже на пределе у Джона. Но в любом случае, это лучше, чем ничего, правильно? Так. Ну, нам сюда. Господи, вот это задание. Сколько я его там прохожу? Минут 20, что ли? О, разблокировано новое оружие. Спасибо. This could be it, John. Jesus Christ. Careful what you wish for. But at last you'll face him without the element of surprise. Down under задание. You know who and what he is. You have to do it, John. It's the only way to expose 23 society. Bring it out of the shadows. Now we know who they are and we can finally really fight them. Fuck. I finally understand the temptation of slapping a medal on someone and calling it quits. What a fucking disaster. Buck up, Marine. You did good. The whole team. Every damn one of you did good. And Robert? You have no idea what he went through to get to the place he is. I loved him. I know you did. Ow. Я не знаю, где этот снайпер, так что я окрестность прочешу. Night Vision. Нафиг она нужна? Я все равно никого не вижу. Не, серьезно, а где здесь вражеский снайпер? Лол. Короче, я не знаю, где он реально. Я не могу понять, где он тут.
Вот где он? Там? Серьезно. Не, это реально ненормально. Я не знаю, где этот снайпер, я ничего не вижу. Если бы у меня тепловизор был или еще что-то. Или, знаете, мы сейчас можем на изи спалиться, сдохнуть и потом убить его. Не, он меня все уже не видит. Там уже слепая зона. Ему надо было стрелять начинать раньше по мне. Ладно, тогда я заново переключаюсь на это дело. Ах, боже мой. Ну давайте, заходим в эту лабораторию. Грот. Спасибо за локацию, конечно. Так, ага. А, это еще... Не-не, аванпост это наверху, походу. Separatist reports and orders might turn out to be a useful intel. And John, be careful. Got it. Найдите документацию, две штуки. Ну, сначала по врагам пройдемся, пожалуй, да? Кого увидим, конечно. И это все? Не такая уж большая оборона у убежища... Самой крутой группировки, типа, на свете, да? 23-е Содружество. Ну да. Так, найдите Сергея Флостова задание. Я так понимаю, стелс можно и нарушить пару раз. Ой. Отвернись. Что? У меня не было шкалы, то, что он меня палил. Так что я могу уже сдыхать, наверное. А, они префом даже палят по мне, понимаете? Вот настолько все круто тут. Классно. Ладно, кажется, я сделал здесь все, что мог. А нет, не все. Значит, здесь где-то еще есть. Ну, я не знаю, где они здесь еще могут быть. А, нет, показалось. Короче, я тут устранил всех, кого мог. Но, судя по переговорам, я кого-то забыл. Я слышу, там кто-то наверху топает, но... А, камера, ясно. Так, давай вот так сделаем. Минус камера. Надо мной он. Там один надо мной топает. Слышу его, не знаю, что они хотят. Так, и нужно найти документацию, две штуки. Как вы понимаете, допрашивать кого-то здесь бесполезно. Опять, понимаете? Опять. Еще здесь кто-то есть. Все, питание сдохло у вас, пацаны. Ага, и вот тут еще патроны есть. Еее. Так, стоп. Нет, не здесь, значит, повыше. Здесь вообще, что ли, ничего нет? Даже данных никаких тут не было. Где? А, вижу. Вот придурок, а. Ну они сейчас так и будут херней страдать. Фак. Минус. Вау. Окей, это было неплохо. Ха, не знаю, я всех убил или нет. Не. Судя, кстати, по всему,
Документация тут уже нахрен не нужна. Давай заюзаем. Если меня спалят, виноват уже не я, Джон. Ну. Понятно. Но это, конечно, для стелса надо было, поэтому я очки для Гоуста таким способом взял. Ай, что насчет документации? О, спасибо за броню. Так. Ничего. Ничего. Вообще ничего. А, ничего здесь нет. Вон там один. А, ну у меня снайперка кончилась уже. Я серьезно не знаю, что там по документации, где ее вообще искать надо. И вообще, вообще нужна ли она на данный момент? Ой. Да-да-да, глушитель уже выходит из строя, я понимаю. Ну а что делать-то? Это документация? Нет. Слушайте, серьезно, похоже на документацию, но нет. Не она. Ну вы выйдете хоть что ли, не знаю. А, ну все. Стоп, что? Хэнк? Нет, спасибо. Так. Это документация? Интересно. Интересно. А, понятно. Ну, я нашел первые данные, что дальше? Roger, resume patrol. А где искать вторые данные тогда? Ну ладно. Что? Кто палит? Ясно. Незамысловатая, кстати, система поиска главной цели. Отмечена огромная зона. И, конечно же, в самом конце будет именно он. Я вот ставлю на это. И еще сейчас бы вторые данные найти. Было бы вообще отлично. Все. Ну, теперь-то я всех убил на этом аванпосту. Скажите, что да. А, я слышу переговоры. Так, я не знаю, зачем я сюда залез. Электронные части. Блин, твою мать. Я только что там слышал кого-то. Да, судя по всему, я тут уже всех устранил, кого мог. Нет. Вон там, где не устранил, там и... Ага. Что с тобой не так? Ты в порядке? Ну да. Твою мать. Нифига себе, вот это речь. Где враг? Ага. Твою мать! Пошел вон! А я думаю, можно уже переходить на калаш. Фак. Фак. Это какой-то жесткий там чувак уже. Блин, и у меня снайперки, кстати, нету. Фак. Убил. Я не уверен, что все нормально теперь. Но просто погнали. Опять кто-то там говорит. Слушайте, неплохой бы тут, наверное, стелс получился, да, если бы я хотел. А, это этот. Высококвалифицированный солдат. Ну, все понятно. Он не мог справиться с самым обычным снайпером. Ну вот, я нашел.
А насчет документации я не знаю, где ее искать. Ну, серьезно, в Тюбейте. Это кухня какая-то вообще. Что тут? Ничего. Стой. Вот здесь, да. Здесь. Да, три монитора, но данных ноль. Трейдинг гудс. Ну да, опять же данных никаких нет. Ладно. Погнали за этим доктором Сергеем. Что по документации, пацаны? Ничего? Ну что, погнали? Насрать на документацию. Hands off the keyboard. Don't move. Turn around. Slowly. You're not from the 23 Society. I'll be the one asking questions. Technically, that wasn't a question. Don't fuck with me. Tell me, where do you keep Professor Sergei Flostov, and I won't shoot you in the knee. You're speaking with him. Now, if I may, I'd like to know, what do you want with me? Why are you working for them? Isn't that obvious? I have an aversion to being shot. You thought I was intentionally helping these thugs? Christ, no. They took me at gunpoint, said if I didn't help them, they'd cut me into pieces over the course of several months. What did they want from you? One of my many specializations is virology. They wanted me to develop a viral means to induce specific genetic mutations in humans. They used it to enhance the soldiers' combat capability, giving them superior strength, improved stamina, increased reflexes, and so on. How many of the soldiers did they enhance? As many as they wanted, I guess. They didn't exactly keep me in the loop. Keep talking. Recently, they also made me assist them in their psychological conditioning sessions. It seems good doctors are hard to come by in these parts. Psychological conditioning? As in brainwashing? You've been watching too many movies, I think. No. This was more along the lines of psychological, emotional manipulation, leading their subject to reevaluate. Subject, describe him to me. Shine to North. John, come in. North. Lab is secured. I found Flostov. Good work, John. Mossad is going to be in your debt. I'm going to be in your debt. I should be there shortly. Copy that. North out. Tell me about the subject. Yes. He was strong, I will say that. I was glad to see him resist. What was his name? His name? I have no idea. What I can tell you is that he was American. A soldier, judging by his coarse language. An older gentleman, gray hair. Shit, not Robert. When it became apparent that he wouldn't break, they took him away. Took him where? I heard the guards talking about a place called the Slaughterhouse. I suspect it's where all the prisoners go before they, well, die. Shit. Raquel, where are you? I've just entered the caves, closing in on your position. Good. I'm heading out to investigate a place called the Slaughterhouse. North out. My associate will be here shortly. Do everything she says. Все, миссия выполнена. Это было неплохо. Raquel, report. Ага. I'm on site. Over. Flostov's all yours. Secure facility and prevent destruction of any equipment. Copy. Out. Over to you, John. Scout more of the area. Better safe than sorry. Abort. Urgent rescue of American soldier being held at the slaughterhouse now with top priority. You can leave Flostov to Raquel. Get our guy out. Copy that. Out. Собственно говоря, давайте посмотрим, какое будет следующее задание, но выполнять я его уже буду в следующий раз. Задание называется Slaughterhouse, и на этом пока все. Спасибо за внимание, с вами был Спектр, Снайпер Ghost Warrior 3, всем пока.